Имя героя не предастся забвению. Малокарачаевскому районному дворцу спорта присвоено имя Героя России генерал-майора Канамата Баташева, который погиб, выполняя боевую задачу в ходе спецоперации на Украине. А на фасаде здания спортивного учреждения открыли мемориальную доску известному летчику Аллы Акачиевой из Учкикена. Просто так жил, что легендой стал, совсем не желая того. Быть может, звезду он не сразу достал, карьеры не делал, увы, но сам он звездою небесною стал, украсив простор синевы. Просторы синевы генерал-майору Канамату Хусеевичу Баташеву покорялись много лет. Но 22 мая 2022 года он ушел в свой последний в жизни героический полет, навсегда вписав свое имя в историю страны, став символом настоящего патриотизма и мужества. Вы знаете, это я был на похоронах Канамата Хусеевича, и в тот день, когда нам было, с одной стороны, очень грустно, что такой человек ушел рано из жизни, относительно 63 года, это молодой возраст. И в то же время гордость за то, что есть среди жителей, народов, всегда оно и было, герои рождались. Ну и под таким впечатлением я приехал, но с депутатами посоветовались, и было принято решение. Решение о присвоении имени Героя России Канамата Баташева дворцу спорта в селе Учкикен и открытие ему же мемориальной доски на стене спорткомплекса было принято на очередном заседании Малокарачаевской районной думы. И на мероприятии по увековечению памяти известного воздушного бойца собрались представители власти, общественные и религиозные деятели, школьники, родные и близкие. На деле доказал, что смелость, патриотизм и отвага – это не просто слова, а его жизненные принципы. Баташев Канамат Хусеевич, военный летчик, снайпер, генерал-майор, жил и погиб, как настоящий мужчина, защищая жителей Донбасса, защищая родину в борьбе с губительной идеологией фашизма. Герой Российской Федерации Канамат Хусеевич Баташев – пример доблести и чести, особенно для подрастающего поколения. Память об отважном сыне Карачаево-Черкесии будет всегда жить в сердцах жителей. А мальчишки и девчонки с гордостью и стимулом будут посещать спорткомплекс, который носит имя прославленного летчика. В этот же день здесь провели первый турнир по карате. Дворец спорта села Учкикен Малокарачаевского района посещают несколько сотен ребят. Здесь они занимаются 10 различными видами спорта. С этого года турнир памяти Канамата Баташева станет традиционным. И, возможно, среди этих ребят есть те, которые достигнут таких же больших высот, как и легендарный авиатор. Чемпионки СКФО, неоднократному призеру ЮФО по карате Лиане Садовской уже знакомы с лагаемой успеха. Я занимаюсь спортом с 10 лет, то есть мне уже 15 лет, уже 5 лет занимаюсь. Спорт для меня в данный момент очень важен. Я постараюсь в дальнейшем продолжать заниматься спортом, добиться лучших результатов. Как отметили собравшиеся, трудолюбие, образованность, мужество, горское воспитание были присущи герою России Канамату Баташеву. А самое главное, он никогда не изменял мечте, чего и пожелали нынешней молодежи. Алла Качиева, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.